Привет всем! И вот в преддверии Нового года мы решили приготовить блюдо под названием колья. Колья – это царское блюдо, готовится из курицы. Иван Грозный почивал им своих гостей, которые приезжали к нему. И вот посмотрим, какие у нас ингредиенты находятся. Лук, морковка, муки надо пару ложек. Потом курица, естественно, из которой будет это все готовиться. Огурцы. Универсальная приправа, чтобы посолить курицу. А лимон нужен для того, чтобы во время еды добавлять его в тарелку. Ну, итак, приступим. Вот, как всегда, наш любимый казан. Я начинаю его растапливать. Колья готовится из курицы. Мы в казан зальем водички. Ну и вот мы растопили костер, и сейчас я в казан заливаю где-то примерно 5 литров воды. И вот вода у нас греется. После закипания воды мы начнем туда закидывать курицу. И вот у нас водичка закипела. Я порубил курицу на порционные кусочки. Сейчас я буду закидывать в кипящую воду. Ну вот, прошло нужное время. Мы добавим в нашу курицу приправки. Здесь тмин, паприка, зелень сельдерея, соль и черный перчик. Я всего это беру, ложечку всего этого, и добавляю в нашу курочку. Ну вот, мы выбрали курицу, перелили бульон в другую посуду, и сейчас я в казан высыпаю лук. Вот я высыпал в казан лук, мне Егор принес масло, сейчас я добавлю чуть-чуть маслица. Все, начинаем пассеровать лук и будем добавлять маленькие ингредиенты. Ну все, лук чуть-чуть у нас поджарился, принял золотистый цвет. Мы закидываем туда морковочку. И Егор, подай мне огурцы. Егор, ассистент, подает мне огурцы. Все, я закидываю огурцы. На. Мы все это посыпаем за мягкой. Сидоров больше. Не добавляем. Все, пускай все это тушится. Лучок с морковочкой жарится. Мы его помешиваем. Здесь еще и огурчик. Все это помешиваем. Бульон мы отсюда вылили. Добавим сюда одну поварежечку бульона. Одну, что я смотрю, мало, добавим две. Добавили две поварежечки бульончика. И пускай оно потушится. И все. Закрываем крышкой. Ну вот у нас жарится лук и морковка. Я добавлю еще две ложечки муки туда. И по чуть-чуть начинаем вводить наш бульончик. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse.
добавляем остальной бульон. И к нему нашу курицу. И все это тщательно перемешиваем. Сейчас она минут 10 тушится и идем к столу. Ну вот, посмотрим, что у нас получилось. И вот наша колья готова. Вот видно что-то. Ну, сейчас зайдем в помещение, там будет лучше видно. Все, поехали. Ну все, вот изготовилось блюдо. Колья называется. Его насыпаем. Во время еды добавляется кружочек лимончика и ложечка сметаны. Блин, снега нет, олени сдохли, сани потерялись. Где-то там Калининград-то, блин. Ау! Может, волков позвать? О! Вот! Ах! Ах!